Это небольшое кафе находится в селе Исте Калужской области. Рядом есть бизнес-парк Грачи и музей мусора Муму. Собственно, здесь вы увидите все его внутренние параметры, цены небольшие, как оно оформлено, рассчитано на туристические группы и на просто посидеть с простой кухней русской и европейской, оплаты по картам или наличными. Спасибо вам за внимание. Смотрите видео о месте и небольшой выбор того, чем там можно перекусить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и, конечно, ждите новые обзоры на интересные места. Всем пока!